фантазирую. Опять расскажу. Это сделано из фрукт-стекла. Сейчас покажу. Есть аспира программа. Так, посмотрим. Все операции посмотрим. Что-то ищем. Сбросим все. И как будет выглядеть? Поехали. Рука устала держать этот мобильный контур. Пересчитываю. Так, черновую я тут не делал. Сразу перешел на чистовую. Вроде бы тянет. Посмотрим все операции. Так, тут черновая идет пока. Подача, вращение шпинделя, проходы. Сделал самое маленькое, чтобы не ломало бы сверло, чтобы быстро не ходило бы. Сейчас уже чистовая пошла. Ладно, ускорим, а то долго будет. С мостиками и так далее. Все окей. Красить можно. Только заготовки. Вот так вот пока есть. Часы вроде бы должно, но она побольше будет фактически. Ну ладно, стоп.